Наконец-то настал тот день, когда я иду вот сюда, в храм Василия Блаженного. Очень давно хотел, и все никак не получалось. Небо серое, погода не очень, но я иду туда, и это самое главное. Сейчас я вам покажу, как он выглядит изнутри. Вот я наконец-таки внутри Покровского собора. Фотографировать, снимать можно все, естественно, без вспышки. Просто потрясающе. Необыкновенно красиво. Слов нет о том, как выглядит все это. Иконостас потрясающий просто. Самое начало, уже уходить не хочется. Хочется подольше постоять в этом потрясающем храме, в каждой из его комнат. Вот я буду мало говорить, а много снимать. Просто нужно насладиться этим. Это великолепно. Икона 16 века. Георгий Победоносец, 16 век. Просто можно зависнуть и смотреть на все это. Икона 1904 года Милины Богоматери. Достаточно узкие проходы. XVIII века. Пойдемте сюда. Древние монеты с 14 века и времен правления Ивана Грозного.
Движемся дальше. Клад монет 1550 года и древняя книга 17 века. Книга 1727-го. Памятная доска 1780 года. Натурные зарисовки фасадной росписи собора. Конец 19 века. Детали фасадного декора. Гвоздик, конницы, 17 век. Картуш 16 века. Так, это сувенирная лавка, туда мы обязательно зайдем, но попозже. Икона второй четверти 17 века. Господь Вседержитель. Троица Ветхозаветная, 17 века. Yeah.
сейчас представлю, 10 секунд. Вход Господень в Иерусалим 16 века. Терпится подняться на второй этаж. Сейчас я пойду искать, куда зайти. Но сперва посмотрим на где Иисус 17 века. Здесь очень плохо видно, темно. Сейчас разберусь, продолжим снимать дальше. Еще немножечко позависаю здесь и пойду на второй этаж. Святой Богородицы, 1642 год. Великолепно. Древние книги. Икона с преподобным Василием Блаженным. Конец 16 века, книги 19. Еще одна иконка 17 века. Пасмы рукотворные, и это у нас 1730-1740 годы.
действительно очень много икон, изображений с Василием Блаженным. Сейчас я поднимаюсь на второй этаж, очень узкая лесенка. Ступеньки скрипят, поэтому нужно быть аккуратным. Все-таки во мне 90 килограмм. Все стены расписаны. Это удивительно.
воскресает. Просто необыкновенно. Качество съемки будет, конечно же, не лучшим, потому что здесь очень темно. Вот, но на память. Прекрасный видеоматериал. Есть возможность прикоснуться к древности. Походить здесь. Подумать. Просто насладиться этим потрясающим шедевром. Мне кажется, я уже обошел все, что можно. И находятся какие-то новые залы, где я еще не был. Это необыкновенно. Пойти налево или направо. Пойду направо. А если я пойду направо, я все равно приду сюда налево. Приближаемся к выходу. В общем-то, заснял уже практически все. Со второго этажа спустились. Остается последний небольшой зал. Тоже потрясающий. О, здесь не нужно каких-то лишних слов. Это нужно видеть вживую. Все-таки, сколько раз я об этом говорил, всегда мы рвемся куда-то за границу. Хотим чего-то чужого, необыкновенного для нас. Хотя наша страна, наша земля обладает такими богатствами и памятниками архитектуры, которых нет просто нигде в мире. Обидно то, что мы это не ценим. Понимаем только в какие-то определенные моменты. Потрясающе. Достаточно тяжело поймать фокус, потому что достаточно темно здесь, и сделать это действительно непросто. Ну что ж, сейчас буду спускаться на этом путешествии. Экскурсия по Покровскому собору заканчивается, но я обязательно сюда вернусь.
что ж, друзья, теперь вы увидели, как выглядит храм Василия Блаженного внутри. Заканчиваю эту экскурсию, этот поход. Покидаю это потрясающее место. Вот. Но однозначно сюда еще вернусь когда-нибудь. И советую всем, кто насладится красотой вживую, прочувствовать этот исторический дух необычайной красоты храма и все, что я могу сказать. Приезжайте в Москву, заходите в храм Василия Блаженного. Всего 500 рублей.